Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Уральские циклоны продолжают подниматься на север, затягивая волны жары из Казахстана на юг Западной Сибири. А вдоль фронтальных зон формируются мощные грозовые кластеры, погоды, напоминающие тропики. Далее о погоде более подробно. В Новосибирске 27 июня без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. В темное время суток температура воздуха составит плюс 18-20 градусов, в дневные часы ожидается плюс 30-32. В последующие дни также без осадков. 28-го ночная температура будет около плюс 20, в дневные часы столбик термометра достигнет отметки плюс 31-33 градуса. 29-го в ночные часы ожидается 20-22 тепла, днем аномально жаркая погода также сохранится, плюс 33-35. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. Желаю вам отличного дня!